В Сургуте сумма долгов по алиментам превысила 670 миллионов рублей. Об этом сообщает служба судебных приставов. Напомним, в конце прошлого года объем невыплаченных средств на содержание детей был чуть меньше и составлял около 600 миллионов. В число должников также входят граждане, лишенные родительских прав. По таким семьям судебные приставы совместно с органами опеки проводят рейды. Один из эффективных способов убедить неплательщиков исполнить обязательства – принудительное взыскание. Это арест счетов и списание денег с банковских карт. Помимо этого, 72 человека за неуплату лишены права управления транспортом. Еще тысячи горожан запрещен выезд за границу. Злостным должникам может грозить и уголовная ответственность. 250 должников привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 535.1 КУАП Российской Федерации. Несмотря на меры принудительного воздействия, не все должники предпринимают какие-либо воздействия для погашения образовавшейся задолженности. За текущий период в 2021 году в отношении 65 должников возбуждены уголовные дела. Отметим, что на этой неделе граждан в отделении судебных приставов не принимают, даже по предварительной записи. До 3 числа включительно сургутяне могут обратиться за консультацией по телефону. Кроме того, наличие задолженности и информацию о возбужденных административных производствах можно проверить онлайн на сайте Федеральной службы судебных приставов и в личном кабинете на госуслугах.